Сегодня мы находимся в Ельцовском парке. Вроде как недавно открылся. Поэтому давайте посмотрим, что здесь есть. Но вот эта вот площадка, это у нас получается рядом с домом какая-то площадка. Через дорогу, это у нас улица Овражная получается идет. То есть не через дорогу, а через вот этот овраг. И вот сам Ельцовский парк. Ну, посмотрим, что он из себя представляет. Трейдерам, которые ищут надежный и профессиональный сигнальный канал по Форекс в Telegram, Trade in Alexa. Канал, который каждый день транслирует бесплатные Форекс-сигналы всем своим подписчикам. К тому же, его сигналы являются точными и надежными. Рынок анализирует девушка Саша с 10-летним опытом торговли. Присоединившимся к каналу трейдерам доступно по 5 сигналов ежедневно. Помимо поставки бесплатных сигналов, у канала есть особенность, которая отличает его от большинства конкурентов. Александр публикует связанные с ним Форекс новости, торговые идеи и стратегии. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к каналу, пока доступ не стал платным. Не путаем с Ельцовским парком. Находится это рядом с Royal Park. Кругом одни парки. Название. Royal Park у нас получается вроде как там. Но это не точно. Но я знаю, что не близко, но он же в той стороне. Заценим вид сверху.